На первый взгляд, это обычный смартфон. Однако инженер иркутского филиала компании Теле2 Эдуард Рябуха использует его для тестирования качества связи. Например, в Усолье-Сибирском скорость мобильного интернета в стандарте 3G достигает 20 мегабит в секунду. Качество передачи голосовой связи и скорость мобильного интернета компания Теле2 улучшила за счет модернизации оборудования. С ноября месяца прошлого года у нас активно идет замена оборудования, устаревшего оборудования на современное Nokia. Порядка 95% базовых станций по области уже заменено, что в свою очередь позволит нам увеличить скорость на абонента и улучшит качество речи. У Теле2 масштабные планы по развитию сети сотовой связи в Иркутской области. Более 6 миллиардов рублей будет вложено в технологии и оборудование в ближайшие 4 года. Уже в этом году в крупных городах региона компания Теле2 запустит сеть стандарта 4G. Анастасия Цыганкова, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.